хорошие, содержательные броски получились. Николенко, сегодняшний именинник, бросает и забивает. Вот теперь уже точно с днем рождения, Архип. 1-0. Да, поздравил себя Архипа с днем рождения. И, конечно, просто выдающийся по точности бросок. Там снял самую паутинку. И вроде бы габаритный вратарь Бобков не сумел никак с этим броском справиться. Ну, надо на повторе смотреть, насколько хорош кистевой Архип.